Всем привет! Это Даша, преподаватель бариста и менеджмента Лиги Универ. И сегодня мы с вами готовим кофейный напиток с продуктом от торговой марки «Немолоко». Напиток мы назвали «Однажды в Голливуде», и готовится он методом blend. Для этого нам понадобится банановый напиток от торговой марки «Немолоко», также сок лайма, сок лимона, ванильный сироп, яичный белок. Ну и, конечно же, эспрессо. Первое, что нам нужно будет сделать, это забросить все ингредиенты, кроме эспрессо, в блендер. Мы уже охладили бокал, убираем из него лед и переливаем ингредиенты в бокал. Осталось совсем немного. Берем эспрессо и добавляем сверху. Ну и, конечно же, украшения. А украшать мы с вами будем попкорном. Название же у нас «Однажды в Голливуде». Вуаля, готово!